Данила Багров from Moscow. Данила Багров возвращается. В Москве он встречает Костю и Илью, друзей по Первой Чеченской войне. Не могу я брата бросить, понимаешь? У Костиного брата, известного хоккеиста, проблемы с чикагской мафией. Но Костя помочь брату не успел. За дело берется Данила. Данные на американцев, быстро. На помощь ему приезжает брат Виктор. Поедем со мной в Америку. Да хоть в Африку. Московская мафия пытается помешать отъезду братьев в Америку. Баран. Всех в Шереметьево-2. Виктор Сергеевич. Но братья уходят от погони. Данила прощается с Ириной. Кто-то там в Чикаго летит. I go Chicago. Chicago. Ага. Америка встретила братьев неприветливо. Чё тебе надо? Не понимаю я по-вашему ни хера. Но они не привыкли останавливаться на полдороге. Fuck. Подожди, пастор. Чё, русская, что ли? Чё тебе надо? Да ладно, сейчас. Ты. Русские на базе! Русские не сдаются!